На тему смертельного коронавируса сейчас не говорят только ленивые, а от количества версий о его происхождении может пойти кругом голова. Так некоторые считают, что его создали специально, чтобы распространить по всему миру. По версии некоторых специалистов, он мог быть так называемой теорией заговора Китая против всего мира, или же наоборот Запада против Китая. В общем, версий десятки, но на самом деле точного ответа до недавних пор общественность не знала. В ситуации разобрались исследователи из двух американских университетов – Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, и Сиднейского университета в Австралии. На днях они представили общественности результаты сенсационного исследования. По данным ученых, коронавирус SARS-CoV-2, который уже привыкли называть COVID-19, появился на нашей планете и развивался до нынешнего состояния исключительно эволюционным путем. Ученые категорически не поддерживают версию о том, что его могли создать искусственным методом. Специалисты заверяют, что никакого заговора не было, и он не имеет под собой никаких оснований. Во время испытаний ученые провели детальное изучение структуры вируса, в ходе которого им не удалось найти никакие либо признаки редактирования, которое потребовалось бы для его создания. Кроме того, совместная группа специалистов сравнивала все известные на данный момент генетические данные с данными о структуре нового вируса. Мы готовы уверенно заявить о том, что SARS-CoV-2 возник естественным образом, выступил с сенсационным заявлением иммунолог Кристиан Андерсон, который является одним из авторов исследования. Он утверждает, что коронавирус существует довольно давно. Заболевание в Китае в 2003 году и на Ближнем Востоке в 2012 году связаны именно с этим типом вируса. По данным специалистов, если бы такой вирус был создан искусственно, то его создатели должны были заимствовать молекулярную структуру у какого-то из известных науки вирусов. Испытания показали, что структура коронавируса является исключительно уникальной, аналогов у него нет.